Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете. С какой страны вы приехали? Как вы отдохнули? Как у вас прошел отпуск? И вот вы отдыхали в апартамент Траки. Насколько вам все понравилось? Поделитесь своими впечатлениями. Ми приїхали з України. Дуже гарний відпочинок, гарні апартаменти. Гарно нас зустрічають і проважають. Сподобалась територія, басейн, близько море. Ну, все дуже гарно, рекомендуємо. Користуйтесь послугами Ольги. Ну, спасибо большое. Это компания Евродом 21, да, наша компания. Мы вас встречали, проважаем. Вы уезжаете с хорошим настроением. Это очень здорово. Что скажут дети? Нам дуже сподобалося. Я хочу ще далі сюди приїжджати. А понравилась вам територія? Так. Мені просто ідеально. І я так плавала класно. Супер. А там є ще атракціони такі, да? Вот, типа аквапарк вот на території. Понравилось тебе аквапарк? Так, з'їжджала з Єру. Понравилось, да? Ну, ви уїжджаєте домой, наскільки я розумію, з хорошим, замечательним настроєнням. Дуже, дуже класно, все чистенько. Ну, насправді рекомендуємо, гарні апартаменти. Все дуже приємно. Спасибо большое. Ну что, мы искренне рады, что вам все понравилось. Значит, мы вас отпускаем домой. Вот, и ждем вас обязательно. Можете еще в этом году приехать. Еще, кстати, сезон еще не закончился, в принципе. Еще есть, у нас есть сентябрь. Даже половина октября уж точно. Поэтому мы вас будем всегда, мы рады, всегда вас ждем, как в любое время, когда готовы приехать. Спасибо, тогда до встречи. Дякую. Дякую.